Да. Теперь точно. После того дела Личанка, до того дела, точнее. Корабль прям резко поменялся. И где-то на мелком воде стоят. Хорошо, что ты вернулся, Джо. Согласен, кораблю стало одиноко, когда ты покинул его. Спасибо, ребят. Я не знал, что вы переживали. Джо, там не было ничего, что вы не могли бы взять того, после того, как я выиграл в Элли со всевозможным. Ох, я просто хотел узнать, что случилось с бабочкой. Это была моя ошибка, где надо было покинуть корабль Личанка. А Личанка там что-то. Короче, у вас пиратов всегда есть отговорки. Итак, какое у нас место назначения? Может быть, продолжим наше путешествие в Калибдор, как это раньше планировалось? Да. Да, капитан Уэлли. Отправляемся в Калибдор. Вперед! Людей до лебедки. Поднять якорь. Убрать паруса. Убрать? Кстати, я, честно говоря, забыл, почему вы туда собирались. Все. Джо Про. Приключения Джо Пройдены. Такая вот прикольная, достаточно легенькая компания. Вот, вообще по продолжению является приключение Мордорка, или как-то, ну как-то так называется. Тоже очень интересная компания. Вот, но как обычно голосование решит, что дальше проходить. Хотя, конечно, я бы с удовольствием прошел эту компанию тоже. Вот. Ну пока что это все. Вот, смотрите титры, компания вообще идеально. 10 из 10. Даже несмотря, когда она была создана, в каком году, это идеально. И текстурки-то все, в общем, круто. В общем, смотрите титры, надеюсь, вам понравилось это прохождение. А с вами был я, Павел Первый. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте. Надеюсь, вам понравилось. Всего хорошего и пока. Именно это я и называю отдыхом. Вот это жизнь. Я в конец устал от убийства дайва людей. Все эти глупости с генераторами. Чё, что-то новенькое, это не видел. Ты забыл, человек, у нас впереди еще несколько путешествий. Я сомневаюсь, что мы сможем отдохнуть, как прибудем в Калибдор. Да, но и же Warcraft 4 или StarCraft 2. Я уверен, что в этих играх будет продолжение наших историй. Правильно, а пока давай расслабимся до следующего путешествия. Блин, я этот момент реально не видел, я, кажется, его просто пропускал постоянно. Блин, да я попрощался раньше времени. Ха-ха-ха-ха.